Сегодня 27 апреля, и мы наконец-то решили сделать что? Разобрать елку. Очень страшно, давай еще. Сегодня 27 апреля, и мы решили сделать что? Разобрать елку. Да. Я обещание, что в следующем году я елку не буду наряжать. То есть через год я ее опять наряжу. Потому что если через пару месяцев я ее опять начну наряжать, это будет полный... Это будет декабрь, это очередной... Сколько там осталось, да? Ну да. Они больные какие-то, елку разбирать весной. Я не верю. Дело подходит к финишу. Сворачиваем гирлянды. Мы это сделали. Ура! А не ура, а ура!